Приветствую, друзья, на своем канале. Сегодня у нас будет маленький обзорчик автомобиля. Это будет Mercedes-Benz 430 CLK в кузове купе. Не буду вдаваться в технические подробности автомобиля, какой здесь стоит двигатель и так далее. Хочу вам рассказать больше о внутренностях этого автомобиля, а точнее о его салоне. Вы уже, наверное, заметили, что все здесь не так уж просто. Да, этот автомобиль прошел тюнинг не внешности, а тюнинг салона. Тюнинг салона производился в компании Aviacenter, которая находится в Киеве, в Украине. Итак, что же было в этом автомобиле проделано? А проделана здесь была действительно огромная работа, очень огромная работа. Началось все, как вы могли догадаться, конечно же, с полной шумоизоляции. Провели полную шумоизоляцию, далее приступили непосредственно к тюнингу салона. Из материалов в этом автомобиле была выбрана черная, белая кожа и белая алькантара. Итак, начнем с торпеда. Торпеда автомобиля была перетянута черной кожей сверху, использовалась красная строчка. Низ торпеда, центральная консоль были выполнены из белой кожи. Также здесь красная строчка. На боковинах здесь можете заметить белая кожа, строчка белая, но прошита такими ромбиками. Очень красиво смотрится, кстати. Далее это у нас карты дверей. Карты дверей выполнены в том же стиле. Здесь центральная часть вся белая кожа, белая алькантара, простроченная ромбиками. И сверху черная кожа и деревянные вставки. Натуральные деревянные вставки. Так, потолок. Потолок у нас выполнен также из белой алькантары. Здесь нет никаких строчек, ничего. Все быстренько, так простенько было сделано. Стойки также выполнены из алькантары. Сиденья. Сиденья здесь очень удобные. И вот эти ромбики, они так прекрасно ложатся под спину. Очень-очень-очень удобно, ребята, очень рекомендую. Сиденье. Что сиденье? Сиденье — это белая кожа на боковинах, белые подголовники, везде красная строчка. Центральные вставки выполнены из алькантары, где центр прострочен белыми ромбами. Также все очень красиво выполнено, сделано. Эти видео. Подписывайтесь, ставьте лайки,